Hello, my dear friends. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Just wanted to show you a little of my garden. Сейчас хочу немножко показать вам свой садик. And show the flowers. They are still in such full color. Буду еще показать вам цветы. Они все еще вот в таком вот, как бы, цвете, таком полном цвете. But after sometime they simply will fade away. Ну, через некоторое время они просто как бы выгорят. We have here very strong sun. У нас тут очень сильное солнце. Now it is about 80 degrees Fahrenheit. It is approximately 26-27 degrees Celsius. And it is only 7 o'clock in the morning. Сейчас только 7 часов утра, но уже у нас тут 80 градусов по Фаренгейту или 26-27 градусов по Цельсию. And of course, in the daytime it will be even hotter. И, конечно же, днем будет даже еще жарче. But my flowers bloom very beautifully. Но мои цветы цветут очень красиво. Those are hollyhocks. I especially love them. Вот здесь вот hollyhock, мальвы. Я особенно их люблю. I do not know if it will be possible to see now such kind of little spider web. Не знаю, будет ли видно сейчас такую маленькую паутинку. But that is something very beautiful. Ну, это что-то такое очень красивое. Hope you will be able to see it. Надеюсь, вы сможете это увидеть, так же, как я это вижу. Okay, so that is a little of my garden news. Ну вот, сейчас немножко моих садовых новостей. And hope to see you soon. Надеюсь, скоро увидимся. See you in another of my videos. Увидимся в моих других видео.